Всем привет! Четвертая серия четвертого сезона. Как классно. К сожалению, обзор на серию вышел позже, чем я рассчитывал, потому что перевод от студийной банды вышел сильно позже, чем предыдущие эпизоды. Долго объяснять нет смысла, но для страждущих, ввиду всей кризисной ситуации, релизы теперь не такие стабильные. Поэтому и перевод может выходить хаотично, как и в этот раз. Серия вообще получилась очень большой на обсуждение, поэтому присаживайтесь, наливайте чаек и давайте обсуждать. В этот раз у нас действительно целая гора информации и моментов для обсуждения. При разборе серии в большую сторону я буду опираться на дубляж студийной банды, сегодня для нас это важно. Также я хочу сделать ремарку Ранобу Фагам. Ранобу Фаги, привет! Ранобу — это, конечно, замечательно, но у нас тут аниме, поэтому выводы и оценки делаем в основном с позиции аниме. Ибо нигде не приписано, что Ранобу является обязательным моментом для прочтения. Если в чем-то ошибся или мои предположения оказались неверны, это нормально. Суть нашего обсуждения — увидеть, как справилось топовое аниме со своей работой, смогло ли оно донести все мысли до зрителя, или все чудовищно было порезано. Для подобного хорошего сравнения можете взять «Властелин колец» Питера Джексона и оригинал. Вот вам наглядный пример хороший. Итак, начинаем. Энн все еще дико стрессует от противника, который починил Шалтир, и в целом представляет самую гигантскую угрозу для Назарика, что в принципе логично. Айнс прямо дико загорелся идеей авантюристов. Даже выглядит так, что больше, чем управлением государства, в котором он, в смысле, намного меньше, нежели в РПГ-пати, идея прям не отпускает его. Даже думает о пиаре и рекламе, как типичный офисный работник. Далее идет каретная сцена с Айнзеком. Энзу реально понравился этот приятель, и он решил повсюду его с собой таскать. Что интересно, в этой серии мы по большей части наблюдаем за челом Айнза и исследованием его за своими идеями. Никаких мастер-планов, никаких злых умыслов, никакого желания уничтожить или проработить мир. Парень просто путешествует по своим делам и, в принципе, показывает себя как обычный клерк. Но об этом мы поговорим чуть позже. Айнз вновь показывает себя обычным человеком. Никакого мастер-плана за этим не стоит. Он проник секретно в другую державу, собственно, не для того, чтобы как-то уничтожить здешних людей или наследить Зиркнифу, а просто потому, что его смущают собственные манеры, и он не хочет подать на балы к Зиркнифу. О, это так мило. Забавно, одно дело играть повелителя для жителей Назарика, которые безоговорочно преданы Айнзу и не видят его недостатков, а другое дело, он боится показаться невежественным перед обычными людьми, которые могут его раскусить, потому что скриптов не имеют. Я думал, я бы люто кринжанул, увидеть я сцену, когда Айнз, например, пришел бы на прием к Зиркнифу, и где Айнз бы вел себя неуклюже и переворачивал вещи, как в каких-нибудь типичных изекаях. Бра. В карете ведется разговор о привлечении приключенцев на свою сторону и как этого можно достичь, и Айнзек все больше проникается идеей Айнза. Плюс, оказывается, именно Айнзек подкидывает идею с ареной и ненарочно губит Зиркнифа и целую страну на корню. Скрывается то, что в аниме прошло всего пару дней с начала сезона, что в принципе логично, но, как бы вам так сказать, с учетом того, что ты смотришь Эверлорд ангоингом и прошел уже целый месяц, время ощущения было совершенно другим, и казалось, будто бы прошло значительно больше времени со всеми махинациями за последние серии. Это странное чувство. Айнзек перечит в открытую Айнзу, что для Айнза за последние месяцы, годы стало очень непривычно. Вообще, я хочу отметить стойкость Айнзека, потому что, будучи ветераном приключенцев, он повидал, конечно, много и даже повстречался с нежитью, но все же Айнз — это совершенно другой уровень. И что мне нравится и прельщает меня, он не проявляет ужаса от нахождения рядом с владыкой, воспринимает его вполне обыденно уже. На это требуется хорошие силы и хорошее самообладание, что мы, собственно, и можем увидеть от лидера приключенцев. Давайте добьем и следующую тему заодно, которая демонстрируется в этой серии, а именно то, что все равно какой-то раз, если ты не агрессивное, бездумное, кровожадное чудовище, как некоторые... Поэтому, что казалось бы, Айнз просто ужасающее отродье тьмы, которая вселяет ужас в людей одним своим видом и существованием, но вот все более разные люди вполне себя обыденно воспринимают Айнза без какой-либо видимой агрессии и могут вести с ним переговоры, заключать договора и сделки, как с простым иностранцем. Это на самом деле интересная мысль, поскольку пока с тобой можно иметь дело, получать выгоду или вести торговлю, людям в целом и по сути все равно кем ты являешься, даже если ты оживший чудовищный бог-скелет. Посмотрите даже на то, как толстячок в серии спокойно принял скелета, убившего десятки тысяч. Мне так нравится эта фраза Айнзека в дубляже. Государь, я передал ваше предложение о встрече. Айнз назначает встречу с хозяином чемпиона, а Айнзек видит, что Айнз не напирает своим величеством, а соглашается подождать для встречи, опять же, проникая своим новым господином. Мне кажется, в него у него больше вера, чем в королевство Раистиса и ее короля.
Впрочем, это лишь если он не узнает обо всех тех ужасах, что творил Айнс. Далее идет сцена с Флудером короткая. И, если честно, я не уверен, что мне нравится новый голос Флудера в банде, потому что звучит он так, как будто он постарел еще на 100 лет и еле шевелится. Старый голос, может, и звучал странно, но, наверное, как-то больше подходил ему. Это, кстати, уже не первый раз, когда они... Ну, не то чтобы прям свапают голоса, но меняют манеры... Нет, вообще свапают голоса и меняют манеры говора персонажей. Об этом, может быть, когда-нибудь позже поговорим, но просто обратите на это внимание. Персонаж, конечно, неважный и не часто появляется, но у меня, что говорится, глаз зацепился за это. На службу Айнс дарит Флудеру книгу мертвых. Артефакт не особо важный, всего лишь копию. Суть предметов — смене класса. Именно эта книга в свое время позволила Мамонге в Игдрасиле перейти из скелета мага в старшего лича. Поэтому фраза Айнза о том, чтобы подняться над собой, делает намного больше смысла, если знать бэкграунд предмета. Классный момент также, что надписи на книге реально можно прочесть, и они на английском, а не на японском. Так что, возможно, в будущем нас может ожидать Флудер Лич. Айнз сам признается, что является профаном в мире магии этого мира, и именно для этого он и завел себе пешку Флудера. Потому что то, как ни один из верховных магов, пусть и такой дряхлый, может поведать ему об очень многих тайнах магии и мироздания этого мира. Взаимовыгодное сотрудничество, учитывая, что Бамонга кормит его лишь всяким хламом и ничем реально полезным. У нас появляется новая фури-вайфу в одном ряду с Гагарон. Обязательно отправьте этот скрин своему лучшему другу и попросите оценить его, ее красоту. Думаю, от вида этой боевой горничной Айнс словил приятные вайбы. А вот это, пожалуй, один из самых важных моментов серии. Айнс находит рунический клинок с рунами из Игдрасиля и узнает о стране дворфов где-то в горах. Именно этот случайный момент и повлияет на его желание отправиться в страну дворфов в поисках игроков или их следов и вводит нам новую арку и приключения. Наконец-то появляется тот странный пацан из опенинга, и я буду звать его Марио. It's a me, Mario! Случается сразу же два момента. Первый раскрывает в легкую прикрытие Айнза. Второе, то, о чем я и говорил выше, его не смущает, что он скелет, и он спокойно ведет с Айнзом переговоры. Не такой ты реакции ожидаешь от обычного купца, пусть даже владеющего сильнейшим троллем. Айнзак удивляется, что Айнза раскрыли. Действительно, кем же могла быть гигантская фигура в темном плаще с костями и магическими предметами? Никто бы никогда не догадался о самом обсуждаемом кастере последних месяцев. Ну вот никто. Айнз начинает заливать и опять сливать ложную инфу местным, как и обычно, как и с фальшивым Назариком. Я готов поклясться, что Айнс просто на месте придумал эту брехню про заклинание 10 лет, и что оно его сильнейшее. Айнс ценит информацию, он ей пользуется, и это является одним из его главных козырей в битве против противников. Айнс никогда бы просто так впустую не слил бы инфу про себя и в присутствии 4 людей, которые гарантированно разнесут это другим без задумки о том, чтобы как раз слить ложную инфу и подставить своих врагов. Айнс задается вопросом, кто сильнее, чемпион или Газеф, учитывая, что он даже не сражался с Газефом. Однако ответа мы так и не получим. Идет разговор о запрете магии и ее использования, но что-то учитывая то, что мы видели далее по серии, либо Айнс только что опорочил имя Айнса Угона своим поведением на арене, либо система магии в Игдрасиле была настолько дикой, что по какой-то причине явные магические атаки по какой-то неведомой причине не являются магическими. Просто посмотрите на бой с чемпионом и обилием спецэффектов со стороны Айнза и сами убедитесь в этом. Вскрывается интересная деталь касательно нашей кролика-горничной, но раскрывать вам я ее не буду. Потому что у вас документов нету. Но голос очень классный. Появляется момент, когда нам показывают руки кролика, и если честно, я не понял, что имелось в виду. Они были расчесаны в страхе и желании избежать от Айнза, но руки выглядят вполне себе зарубцованными, с более давними ранами. Сколько не пытался понять, так и не вышло, что имелось в виду, поэтому напишите в комментариях, если поняли момент про руки кролика. А также Марио оказывается хитрецом, ибо вполне закономерно опасает Айнза, а также человеком культуры. Появляется чемпион арены, как его крестили у нас, также его переводили как король воинов, и что самое забавное, на японском его титул звучит как Бруно! Не упоминай Бруно! Но! Из всего, что студийная банда обычно делает, чемпион озвучен просто ужасно. Его еле слышно в броне, и звук очень сильно перебит. Иногда непонятно, что он там бухтит. Притом в оригинале на японском эффект голоса из шлема слабее, и он звучит там как типичный сумоист скорее. Попытались нагнать качество, но перестарались. Это разочаровало при первом просмотре, также сам его голос под шлемом, я не думаю, что подходит персонажу его размера.
Что забавно, уже в следующих сценах, когда актер добавил рычание больше эмоций, стало в разы лучше. Уж не знаю, были ли какие-то накладки, учитывая, что перевод вышел сильно позже, но, возможно, сегмент в предбаннике арены стоило переделать. Маленькая ремарка насчет самой локации арены. Выполнена она просто шикарно. Обожаю такие залитые оранжевым закатом круглые арены. Выглядят они впечатляюще, правда, я ожидал, что она будет все же больше. Также хейтерам 3D, если вы не заметили, то толпа это очень сильно размыленная 3D, которая, однако, в глаза не бьет. Очень сильно эта арена напомнила мне Принца Персии. Даже босс арены был очень похож на тролля. Происходит забавный диалог о троллях и их обычаях, и Айнзе, и где Гоген предстает крайне приятным и уважительным персонажем, несмотря на то, что он тролль. Шрек. Происходит явный реверанс в сторону Гу и третьего сезона. Весь остаток серии идет параллель тем событиям, насколько же эти два боя и два персонажа одной и той же расы отличаются. И я думаю, что это сделано вполне себе намеренно. Тролль даже произносит фразу, которую никак не ожидаешь услышать от такого громилы из расы, которая, в принципе, отличается глупостью. Похоже, мне следует несколько изменить отношение к твоей расе. В этом нет нужды. Среди любой расы хватает представителей самых разных взглядов только и всего. Все начало выглядит очень взаимоуважительным, и было приятно это видеть. Вместо сразу месилого или оскорблений, или типичного тупого поведения троллей, ожидаешь чего-то другого от персонажа с титулом «Чемпион арены», нежели тупого поведения, и Оверлорд нам это дал. От этого зрители сейчас даже пишут в комментах, очень прониклись Гогином. Я даже не знаю, чему уважению я удивлен больше. Айнзо, который любит давить своих противников как букашек, но тепло принял тролля, увидев, насколько он достойный. Или же тролля, который ведет себя чуть ли не как эстет. Давайте сразу поговорим о персонаже Гогина, чтобы не распыляться по ходу обсуждения других моментов. Он оказался классным, прям действительно классным. По сути, от того же архетипа уважительного громилы, что и Кацит, разве что с чудаковатыми привычками, свойственными его расе в качестве дополнительной детали. И увидеть, что он вызвал уважение со стороны Айнза, повеселил его и даже настолько заинтересовал, что Айнз решил взять его к себе в услужение. Он вполне себе отвечает на просьбы Айнза, без всякой агрессии, уважая его и себя, а также отказывается сдаться даже перед лицом смерти и поражения, потому что носит на себе титул сильнейшего чемпиона арены в истории, что обязывает его соответствовать. Он даже способен проявлять хитрость и ловкость, несвойственную в расе, но без подобных качеств позицию чемпиона занять было бы сложно даже, пожалуй, такому громиле, как он. Опять же, стоит мысля, но он мне чем-то напомнил Арсемира, чемпиона арены из Тес Обливиана, у них даже броня у обоих позолоченная для большего пафосу, а также чем-то честных и достойных орков из Варкрафта, как того же Сорфанга или Дуратана. Персонаж оказался в разы более привлекательным и приятным, нежели казалось мне изначально из самых первых трейлеров и кадров. Я думал, что он будет просто тупоголовым троллем, которого Айнс в легкую размажет, но в бою он вел себя достойно от начала и до конца, без перегибов. Мое уважение Гогину, чемпиону арены. Мое уважение. Я реально переживал за него в серии и очень надеялся, что Айнс не будет глумиться над ним после всего, и особенно после их сделки о воскрешении. А вот и, собственно, те моменты, о которых я и говорил. Если это не называть магией, то я не знаю, что это. Может быть, это магические предметы и доступны на арене, но в серии об этом ни единого слова, поэтому серия чувствуется очень поспешной, урезанной, а такие моменты из-за недосказанности выглядят очень странными, даже как-то бьют по атмосфере и персонажам. Пожалуй, это первый задокументированный случай, когда Айнс получил урон в новом мире и почувствовал боль хоть от кого-то. Если не учитывая, конечно, боя Шалтир, что все же несколько другое. Такая мелочь, но сам факт, что Айнза кто-то пнул впервые за 4 сезона, меня очень порадовало и заставило даже отдельно это отметить. У Зирклифа настолько сдают нервы от случившегося, что он теряет рассудок и начинает орать чемпиону, чтобы тот убил Айнза. Если при первом его крике я думал, что Айнз уж пропустит это мимо ушей, и он скорее будет рассудительно тихо надеяться на чемпиона, то в этой серии мы слышим его бесконечные крики. Последние отчаянные крики Зирклифа и как нарывается актер, было даже забавно и приятно слышать. Позже я поделюсь своими мыслями, почему он это сделал, но, по сути, пойдя таким поведением в All-In, он себя мог легко вогнать в могилу, и по его финальному выражению лица в серии это видно, и видно, что он понимал, что все для него случившееся на арене может кончиться крайне плачевно. Ведь, о, спойлер, Айнс-то не глухой и выжил на арене. А вот Айнс своей реакцией на союзника Зиркнифа очень удивляет. Происходит мем, и Айнс достает клинки стилета Клементины. Некоторые говорят, что он целиком мимикрировал под ее стиль боя, однако в аниме это не сильно заметно. Поэтому я бы воздержался от подобных комментариев, хотя атака с поджогом стилетами явно скопипащена с Клементины. Очень сильно похожи углы удара. Забавно это Мамонга. Айн серьезно удивляется, что за него никто не болеет. За него. За скелета, убийцы десятков тысяч обычных простых людей.
о, грубо говоря, вторженце, а также о том, кто издевается и убивает их чемпиона. Какой же он иногда бывает наивный? Его даже смущает нахождение в гостях, где все ежесекундно не превозносят его, как обычно. Далее чемпион проводит свою коронную, последнюю хитрую и сильную атаку. Пусть ее было мало, но он смог второй раз навредить Айнзу, что по меркам аниме чудовищный результат. Гоген молодец. Бедный Гоген заводит разговор о слабых и сильных мира всего и в легкую догадывается, что весь бой был лишь показухой. И Айнз даже не пытается играть серьезно, даже принимая на себя удары. Его, как гордого воина, серьезно беспокоит, что он оказался в подобной ситуации и является настолько слабым и никчемным, что его противник даже не соизволил честно и благородно на полную сразиться с ним, без поддавков. Однако это не ввергает Гогена как Гу в отчаяние и ужас, а интригует и вызывает азарт. Даже перед лицом смерти он действует достойно и хочет узреть истинную силу этого мира, а Айнз удовлетворяет это. В принципе, в этой серии мы получили то, чего не получили в конце третьего сезона, показушную PvP-битву с несопоставимыми противниками. Ну и знатная, конечно, самооценка у Айнза называть себя сильнейшим в мире. Бой закончился в очевидную сторону, и на самом деле до просмотра этой серии я думал, что это все был злой гений Айнза, и что он будет типично пытаться отыгрывать злобного повелителя, унизив и уничтожив чемпиона арены, наглядно для страху и для давления на Зиркнифа, превратить его в нежить тролля, как в свое время сделал Сгу в назидание остальным. Но как же я рад, что Гоген получил для себя хэппи-энд, в отличие от всех троллей за первые-третьи сезоны. Айнз включает громкоговоритель и начинает самопиар своей персоны и своих проектов. Прямо как один ютубер. В наглую пытаясь переманить население приключенцев из Империи. Думаю, что приключенцы из опенинга вполне могут быть первыми, кто примкнет Ранталь к Айнзу после этого. Думаю, даже серебряная пташка вполне может уйти к Айнзу после такого, что было бы забавно. Не подумайте, я очень рад, что Айнз воскресил Гогена и не превратил его в нежить, но момент с воскрешением я считаю крайне опрометчивым со стороны Момонги. Да, я понимаю, зачем он это сделал и показал, и как хорошо это скажется на его самопиаре, но спойлерить во всеуслышание такой способности крайне глупо и опасно. Конечно, Айнз безоговорочно сильнейший в своих глазах в мире пока что, но это уже второй раз за серию, когда он сливает козырь, и для персонажа, который старается скрывать и накапливать информацию, это очень неразумный поступок, который в теории может принести больше бед, чем пользы. Хотя бы представьте толпы беженцев. Это достаточно важный козырь, чтобы скрывать его. Даже сам Айнз был убежден в этом же во втором сезоне, но внезапно поменял свое мнение без каких-либо объяснений. Ждем теперь либо последствий, либо какого-то логического исхода, либо пояснения этого в дальнейшем, надеюсь, не слив. Айнз продолжает наглую троллить Зиркнифа. Превосходно, господин Гон. Вы безупречно справились с сильнейшим воином нашей империи. Мне всего лишь улыбнулась удача. Шансы были у обеих сторон. Зиркниф был в ужасе, когда Айнз увидел его стеократии Слейн, но одного этого было недостаточно, чтобы заставить его настолько пасть духом, чтобы объявить Великую Империю вассальным государством. Матч в Колизее с запретом на использование магии дал Зиркнифу глоток надежды на то, что может быть, только может, Айнз сможет быть побежден раз и навсегда. Он вложил свое сердце и душу в то, чтобы поддержать короля воина со стороны, и когда Айнз прикончил его, то же самое случилось с надеждами и мечтами Зиркнифа, что этот кошмар может закончиться раз и навсегда. Ведь, казалось бы, Айнза лишили его главного козыря, на что Зиркниф и рассчитывал все это время, но этого и близко не было достаточно для решения проблемы, а это серьезный непрямой удар по состоянию Зиркнифа и его планам. Зиркниф сдал и сломался, и признал себя лузером, его воля окончательно была сломлена. Теперь единственное, что ему осталось, стать более послушным и молиться о вечном милосердии живого бога. Айнз сделал его окончательным параноиком. Это действительно те самые 4D-шахматы бесконечной хитрости и жестокости Оверлорда. Впрочем, Зиркнифф, мне кажется, может еще не окончательно сдаться, и даже сделав такой отчаянный ход, он надеется хоть как-то запутать планы Айнза. Зиркнифф очень опасается Айнза не только из-за его угрозы себе, но и всему миру и человечеству. В этом плане Зиркнифф чем-то напоминает раннего Эрена Йегера. Что еще более забавно, в дубляже студийной банды его как раз, кажется, и озвучивает Эрен Йегер. Какая ирония. Но вот его дуболом-гвардеец, ляпнув глупость, оказался внезапно умнее всех. Вывод по серии, начнем с критического и постепенно дойдем до приятного. Серия чувствуется чудовищно урезанной. До оригинала я пока не добрался, но ощущение, что нам пытаются вместить целый сезон событий в одну серию. Столько событий и моментов, на которые максимум отводится минута, а повествование постоянно скачет. Даже при всей моей любви к растягиванию и насыщению деталями, к четвертому сезону уже должно было появиться некое грань с заготовленными деталями и ресурсами персонажей. Но в первых сериях этого почти нету, а это тревожный для меня звоночек. У нас прошел 10-й том, и осталось всего 7 в сумме, причем 2-4 тома сейчас улетит у нас за 2 месяца в четвертом сезоне и фильме.
Что по итогу у нас остается потом, и что будут экранизировать, неясно. Но что пугает больше, все эти приготовления за 3 сезона, будут ли они вообще использованы? Если они просто пропадут никуда, это будет просто чудовищным уроном для качества аниме и истории. Очень страшным. Я бы не хотел, чтобы моя любимая история так сильно угасла, так и не реализовав свой накопленный потенциал и топовые моменты за все предыдущее время. Серия, как мне показалось, руинит очень многие моменты 3-го сезона, как будто автор или сама аниме-студия забыли, что они делали. Из таких моментов, где Демиург в столице? Почему Демиург ничего не делает? Разве у Айнза не был план для фиктивного союза с Императором в середине 3-го сезона? Или зачем тогда все это представление было нужно? Почему Айнс удивляется реакции Зирглифа, когда он явно надавил на него принять решение о союзе, и тот явно не горел подобным желанием, и даже Демиург ему все это растолковал? Я не поверю, что Мамонга не смог понять этого. Вопрос простой, куда же все эти заготовки делись? Ощущение, что серия с Императором Назарики из 3-го сезона просто испарилась и оказалась ненужной и бесполезной. А ведь она мне дико захотела, и я пересматривал ее не раз. Получается, по итогу это был не план Айнза, все оказалось просто чудовищным совпадением и свело с ума Зиркнифа. Айнз просто случайно пикнул арену для своего сайт-плана и тем самым по случайности порушил планы своих врагов, при этом даже не придав этому значения. Я предпочту, конечно, не судить поспешно, но подобный поворот выглядит очень спорным. Графика в серии, если честно, как-то подвела. Я, конечно, смотрел 720p, его больше нету, ни на топовом мониторе. Поэтому, наверное, стоит ждать нормального релиза с качественной графикой, но хотелось бы, чтобы ее как-то потянули. Местами даже выпирающие на передний план объекты очень сильно размылены или криво нарисованы. Пока не критично, и повезло все равно очень тупово нарисован по сравнению с очень многими аниме, но хотелось бы уровень 2022 года, что мы можем видеть в последних релизах, а не 2018, как бы надменно это ни звучало. Мы увидели очень приятного персонажа Гогина из Самбой. Анимация боя приятная и красивая. Это тебе не уровень Фейта, конечно, с его спецэффектами, но и не уровень сериала Obi-Wan с черным трясущимся экраном. Персонажей можно увидеть в полный рост и даже увидеть не склеенные анимации движения и атаки, а это всегда классно. Звуки в серии отпад. Приятно было слушать звуки шагов гигантского скелета Айнза. Деталь маленькая, но приятная. Так же, как и музыка в серии топ. Классный музыкальный катарсис идет в серии на моменте боя против чемпиона. По итогу получается, что арка арены не являлась фильмообразующей, мы увидим нечто иное в фильме. Так как 3-й сезон, грубо говоря, прошла. Видимо, это является концом арки со всей политикой. В следующей серии, скорее всего, начнется арка дворфов и драконов. Или какой-то чил, потому что серии 13, а не 12, чтобы их четко разделить по 4. И, возможно, зацепит события с Кацитом. А также, скорее всего, в компании Айнза как раз могут отправиться Аура и Шалтир. Осталось ждать немного, скоро узнаем. Ну а на сегодня у нас с вами все. С вами был Друманин Дрин. Я рад, что смотрите. Видео набирают просмотры, люди пишут. Мне очень приятно находиться в Overlord комьюнити. Overlord это классно, давайте быть менее токсичными и более позитивными, потому что мы, в отличие от многих бедных работяг, которые любят какие-то другие проекты, мы дождались своего проекта спустя 4 года, поэтому давайте им просто вместе насладимся, как комьюнити. Вы согласны? Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я с удовольствием почитаю и отвечу. Не забывайте заходить в Discord, у нас там очень много активностей, и возможно в ближайшее время у нас планируется сабдей. Насчет сабдея, да, у нас есть стримы, поэтому заходите на стримы, все ссылки в описании, все интересно, все круто. Очень много всего, можете выбирать любую платформу, где смотреть, но пока что еще раздумываем оставаться на Твиче или оставаться на всех платформах. Также, если у вас есть возможность, раздумайте над тем, чтобы поддержать канал финансово, учитывая, что реклама ничего сейчас не приносит. Это было бы очень славно. Опять же, все ссылки в описании. Все, всем удачи, был рад вас видеть. Встретимся позже, скоро 5-я серия.